Вы знаете, я вообще-то немножко далековато живу, но вот, ну, честно говоря, не видела, что везли сюда. А везут или нет, я не знаю. Не могу, это надо у людей спросить, которые поближе, наверное, живут. Потому что я не видела, изменилось или нет, не знаю. По крайней мере, неделю назад, тому, мне кажется, возили. По крайней мере, увозили большие машины. Значит, если увозят, значит, наверное, привозят. Там вот раскопали, рвы накопали. С той стороны уже машины не могут подъехать. Раньше высыпали мусор, привозили. Сейчас вот я не видел, неделю, наверное, не видел. Я высыпал не саму мусорку, а вот так обезжали, там где лес, вот туда высыпали, в лес высыпали. Вот типа как здесь, только с той стороны, там очень много насыпано мусора. Мне же отсюда не видно. Почему? Потому что они возят туда дальше. Вот мимо меня ходят бомжи, которые там работают. Да, они собирают. До сих пор возят, но мало. Какие-то отдельные машины. Мусор водят. Я же вон крайне живу. Я же вижу, около меня проходит. А, на свалку? Да. Да. Ах, часто каждый день. Только в воскресенье отдыхают они. Весь день возят. Конечно. Ой, и бочки, брать, а? И такие самосвалы. Молодежь не скажет только. Все. Да. Весь день, может быть, конечно, за денежку, а может быть, не знаю, но возят весь день. Надо называется, я говорю, как же закрыли, я говорю, для чего. Водят, не, ребята. Возят, зайка, возят. Редко возят. Вот так вот едут вот сюда, а потом по свалке, по кругу и заезжают. Ну, надо как-то закрывать, конечно, лето впереди, будет страшное дело. Никак не изменилось. Только по телевизору видели, как Аксенов по ней ходил. И на второй же день машины вереницей едут, как ехали. Я даже на своем мопеде за ними подъехал, посмотрел. Они на проходной какие-то бумажки дают. Туда один заезжает, обратно второй выезжает. Ничего, ну, меньше стало, может, немножко по сравнению с тем, как год назад было.